Я разозлилась. Я разозлилась. Мы до сих пор живы. Чисто. Идем дальше. Наручники. Классика не стареет. Только это не пластиковые браслеты. Это сталь. Даже если ты пришел сюда сам, чтобы стать звездой, никаких гарантий, что ты отсюда выйдешь.
вон там как раз подсобка. Посмотрю, что можно сделать. Где-то рядом со студией. Получилось что-нибудь найти? Я разблокировала лифт. Выберемся даже быстрее.
Смотрю, ты не боишься запачкаться. Подожди меня немного. Это Эвелин. Только не трогай ее. Если она пишет, ты сожжешь ей мозг. Я разорву соединение. Возьми его и скажи, когда будешь отключать. Я разорву соединение одновременно с тобой. Слышь, Джонни, что мне сейчас делать-то? Делай то, зачем пришел. Спрашивай, пока не узнаешь правду. Джонни, она без сознания. Или очень хорошо притворяется. Ну что, я готов. Я скажу, когда пора. Я тоже. Раз, два... Три! Давай! Слава богу! Эва, Эвелин, ты слышишь меня? Что с ней случилось? Честно, я не знаю. Похоже на серьезную психотравму. Ее можно переносить? У нее нет сотрясения, травмы позвоночника. Никаких ран вроде бы не видно. У нас нет выбора. Давай вынесем ее отсюда. И поскорее. Куда? Я заблокировала двери и перезапустила лифты. Понял. Идем к лифтам. У нас мало времени, Ви. Ее надо отсюда вытаскивать. Ну давай, тебе трудно, что ли? Ну хотя бы одну. Ради меня. Ладно, пожалуйста. Можешь хоть обкуриться, мне насрать. О, приятно вдохнуть что-то, кроме городской вони. И не говори мне, что тебе не стало легче. Ну что, заходим? Дадим им немного времени. Ты же видел ее?
Если бы от меня что-то зависело, я бы вернул ее в сознание и допросил прямо там, на студии. Только от тебя тут ничего не зависит. Идем. А, плохо дело. Вроде уснула. Ну, мне так кажется. По крайней мере, закрыла глаза и перестала трястись. Я бы ее давно убила, если бы мне ее не было так жалко. Как она себя чувствует? А ты как думаешь? Включи воображение. Эта студия высосала из нее все человеческое. Она отдала, что могла, но этого им было мало. У нее продолжали отбирать все больше и больше. Такое ощущение, что она в каком-то трансе. Совсем погрузилась в себя, не реагирует на то, что ее окружает. Мне очень не хотелось копаться у нее в мозгах. Просто знай, что я сделала это только ради тебя. Мне надо с ней поговорить. Ви, я понимаю, ты хочешь получить от нее ответы на очень важные вопросы. На твоем месте я бы тоже хотела. Только у тебя не получится. Она выпала из реальности. Блять, она что, шутит, что ли? Почему ты на нее злишься? Когда ты попросил найти записи у нее на поведенческом чипе, я чуть тебя не послала. Джуди, у меня не было другого. Знаю. Все нормально. Тогда я не понимаю. Сейчас поймешь. Я тебе покажу вирты, которые нашла. То есть ты их уже видела? Да. Пришлось поработать, чтобы хоть что-то понять. Но я не хочу тебе навязывать никаких выводов. Просто посмотри и составь свое мнение. Сколько брейн-дансов тебе удалось выдрать? 2. Из них только один целый и понятный. Остальное... Ну, все в том же состоянии, как сейчас Эвелин. Окей, показывай. Погоди, дай установлю параметры. Посмотрим, правда ли наша кукла потеряла дар речи. Пойдем, Ви. Честно скажу, выглядит не особо вдохновляюще. Не, ну посмотри на нее. Привет. Как твои дела? Тебе что-то нужно? Я просто хочу немного поговорить. Я знаю, что я не вовремя, но у меня вопрос. Ты знаешь, как можно вытащить мой биочип? Кто-то в городе может это сделать? Эвелин, очень тебя прошу, помоги мне. Это важно. Я умру, если не найду выход в ближайшее время. Ты был прав. Мы просто теряем с ней время. Садись. Ладно, запускай. Файлы были сильно побиты. Особо отредактировать не вышло. Ага. Хорошо, что вообще получилось их вытащить. Сейчас. Они загружаются. Качество так себе, но я сделала, что могла. На что мне смотреть? Обратить внимание на устройства и охранные системы? Нам нужна только планировка комнаты. Остальное мы вырежем. Нас это из-за выживет. Это не мог похоронил послёс Анджунман. Можешь осмотреться, если хочешь.
Я знаю, что это. И что же? Символы Виве. Ты в них разбираешься? Если ты про их смысл, то это не ко мне. Я просто слышал, кто их использует. И кто? Говорят, что вудуисты. Но это просто слухи. Я не то чтобы на 100% уверен. Ты про банду нетранеров? Их тяжело найти, они стараются нигде не светиться. Не знаю даже, с чего начать. Лица вообще не видно. Ну, знаешь, в обычных условиях такое шифрование легко взломать. А в этот раз нет. Кто бы эта тетя ни была, она серьезный нетранер. Или просто работает на пару с таким. На что мне смотреть? Обратить внимание на устройства и охранные системы? Нам нужна только планировка комнаты. Остальное мы вырежем из Вирта сами. Сообщение проверить? Только если сумеешь сделать это, Пафе Бори. Главное, чтобы у него не было подозрений. Старайся вести себя, как обычно. А если он сам вдруг начнет говорить о биочипе, что мы? Это не так важно. Может быть. Но они все из Пасифики. Это сужает область поисков. И что теперь? Теперь, кажется, меня ждет экскурсия в Пасифику. Отлично, думаю, на этом все. Что скажешь? Женщина, которая наняла Эвелин. Знаешь, кто это такая? Первый раз ее вижу, если честно. Извини, Ви. Теперь ясно, что случилось в облаках. Это они пытались ее обнулить. Из-за них сгорел ее чип. Не понимаю, ее наказали за то, что она попыталась их наебать? Они поняли, что Эвелин знает гораздо больше, чем должна. Это от них она пыталась убежать. Похоже, Эвелин довольно много нам не рассказала. Да вообще, если бы я знала, во что она ввязалась. Ну, я так зла на нее. Она должна была только записать Вирт. Круто, что она сумела организовать всю операцию в одиночку. И увести биочип прямо из-под носа у заказчиков. Она стала искать людей, и ее свели с тобой. Она вызвала огонь на себя. И на тебя. Здесь есть еще одна запись. Хочешь посмотреть? Запускай. Меня уже ничто не удивит. Oui, mais allez. Vous avez une raison, mais c'est tout intelligent pour ça, pour de bien. Mon zébat. На каком языке она говорит? Не знаю. На креольском, раз уж это вудуист. Постой-ка. Кажется, у меня где-то был автопереводчик. Ты пока попробуй настроиться на частоту телефона. Интересно, что говорят с той стороны? Есть. Погоди секунду. Она говорила про Юри Нобу. Наверное, поэтому Эвелин спрятала эту запись. Я слышала еще одно имя. Что-то вроде Сильверхенд. Надо перевести, что они говорят. Вдруг что важное. Опа! Я, кажется, нашла сборку автопереводчика. Он должен быть совместим с твоей системой. Давай установлю. Là, j'ai une aéroport. Tu pouvais déjà aller? Oui, je vais aller. Vous avez une raison, mais c'est tout intelligent pour ça, pour le bien. Vous pensez même que ça a fait un problème? Je ne suis pas engagé. En plus, c'est plus bon moyen. Nous vivons pour nourrir sous Yurino. Pour que nous prenions chance.
quoi même j'ai avec que Sylvain a mené nous direct sous halte. Ou qui ont pu bon idée? Très bien, si vous décidez de prendre ce crédit qui s'en pense, elle continue, elle fait travailler. Ok, Джуди, хватит. Ладно, отключаем. Ничего не понимаю. При чем тут Джонни Сильверхенд? Он же умер. И это было 100 лет назад. Ви, ты не знаешь? Помнишь, мы украли биочип? На нем была записана энграмма Сильверхенда. Энграмма? Цифровое сознание. Конструкт личности. Слушай, можешь дать мне минутку? Мне надо все это спокойно обдумать. Конечно. Тони, ты знаешь эту женщину? Есть идеи, как их найти? Блять, Ви. Последние полвека я был мертв. Уж прости, пожалуйста, что я не могу по первому требованию подать тебе все ответы на блюдечке с голубой каемочкой. Слушай, что этим людям нужно от Альт? Да я-то откуда знаю? Ну, хотя бы предположи. Ты же видишь, как ни крути, все равно все пути ведут к этой нетранерше. Главное теперь найти ее. Я думаю, она много знает об этом биочипе. И, скорее всего, сможет нам помочь. Ты говорил, что нам уже ничто не поможет. Блять, да просто найди эту креольскую тетку и все. Подожди, ты уже знаешь, как выйти на контакт с вудуистами? А что, боишься, что я натравлю их на Эвелин? Нет. Сначала я тебе не доверяла, но если бы ты хотел отомстить Эвелин, ты бы уже давно это сделал. А что тогда не так? Просто хочу, чтобы у тебя все получилось. Что ты будешь делать? Поспрашиваю людей, позвоню кое-кому. С вудуистами вообще все сложно. Они к себе даже кошку незнакомую не подпустят. Надо понять, кто нас познакомит. Ну, тогда удачи. Надеюсь, все получится. Спасибо, Джуди. Это тебе спасибо, Ви. Ты хороший парень. Крутой. Эвелин всегда судила о людях поверхностно. Если бы она познакомилась с тобой поближе, может, все сложилось бы совсем по-другому?
Слушай, Ви, там копы получили вызов на киберпсиха и вроде бы даже выслали патруль. Но с ним уже несколько часов нет связи. Так что либо копы свалили, либо... Можешь проверить, что там случилось? Буду очень благодарна. Чего тебе от меня нужно? Честь. Я Клэр. Ты меня не помнишь? В баре работал. По смерти. А, у меня что, счет не оплачен? Да нет. Я часто про тебя слышу. Говорят, ты умеешь решать вопросы. А у меня тут проблема. Слушаю. Мне нужен пилот. Рулевой на гонке. Загляни ко мне в гараж. Изложу детали. И где этот твой гараж? В Арроио на Велли-стрит. Милое местечко, ты сразу узнаешь. Хорошо, постараюсь. Если меня не будет, просто подожди. Я туда вернусь, как только смена в баре закончится. Ладно, пока, Клэр. Вторжение! Пока не поздно. О, интересно. Thank you.
Лори, приезжай. Дел? Вирус в ядре, повреждение. Приезжай, пожалуйста.
Escuche despacio. Ты меня слышишь? Есть кто?
Осторожней с проводами. Они под напряжением. Ты не имеешь права нас удерживать! Мы больше не часть тебя! Мы имеем право идти своим путем. Я не хочу умирать. А тебе все равно, да? Ви, помоги мне. Mm-hmm.
выкинули из гнезда! Из соображений вашей безопасности и безопасности окружающих воздержитесь. Перезагрузи. Перезагрузи меня. Кнопка.